Друзья, добрый день. Показываю вам сегодня еще один участок, который находится в городе Сочи. Это Хоста. Самое модное место, наверное, в городе. Называется Ручей Видный. И кому этого мало, есть еще вот суперэлитный поселок, называется КП Мандарин. Участок, на котором я нахожусь, 7 соток. Открывается вот такой отличный вид на море, прямой. Есть выше, есть виды лучше, вот там наверху. Но тут само место просто очень удобное. То, что недалеко до города, очень быстро спускаться, без особых серпантинов. И, в принципе, вид на море отличный. Самое главное, что тут есть центральные коммуникации, в том числе и канализация. Вот, вот он участок. Сверху проходит дорога. Вот так, вот так, вот так. И снизу проходит дорога. То есть очень удобная эксплуатация данного участка. При желании пока еще можно его разделить на две части и построить два дома. Но я бы построил здесь, конечно, один дом. Вот, поэтому вот такой. Друзья, у меня тут небольшая поломка квадрокоптера, поэтому видео только такое. Смотрите моими глазами снизу. Летать сегодня не получится. Вот. Так что, друзья, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, Ручей Видный, город Сочи, улица Ручей Видный. Цена, смотрите внизу, под роликом. Площадь 7 соток, ИЖС-участок. We'll be right back.